Это просто заголовок в газете. Безумная мать пошла кататься в аквапарк на скалях. Я могу вас выкинуть. То есть, как вы понимаете, мы тут до ночи просто... Я не люблю этого единорога. Да, танцевал, уже нет. Всем привет! Вы на канале Крошки Евы. И мы пришли в нашу любимую игру. Ой, Ёша кивает. Ёша больше не ворует мой костюм. Да, смотрю. Кстати, да, я такой. Я нашел себе другой костюм. Смотрите, волосы прикольные. Да, такой крутой вообще. Потому что я классный. Ого, клёво. Потому что я звезда. Ой. Не, по-моему, я просто випку купил, поэтому. Ага, понятно. Ну, короче, мы пришли в эту игру, потому что здесь, естественно, обновление, и мы не могли вообще удержаться и не прийти сюда. А еще у нас тут есть немножечко шар. Диско-шар, ребенок, диско-шар. Это просто что-то с чем-то. Но это, по-моему, стоит денег. Да, о, можно забрать монеточки. Вообще нет, вроде бы, это же нельзя купить за деньги. Это штуки за вход. Каждые 2 часа даются. Ну да, 50. Но за 550, а у меня 250, так что не судьба мне стать. А, слушай, можно купить, реально. Но да. Что-то очень дорого это стоит. Дорого-дорого. Ладно, вот уже стало. Как мне идет? Да. Вау, крутая, идет. Да, идет. Ух ты, красиво. А можешь вот этот померить? О, сейчас. О, почти получилось, ладно, здорово, но... Ну как тебе? А наверх смотри, смотри наверх. Секунду, подождите, блин. А, все, забей, нормально, пойдем. О, супер, круто. Неплохо. Просто шикарно. Ну, так, не совсем. Мне первый больше понравился вариант. Да. Так, ну что, мы пока тут ползали, у нас давным-давно нас ждет обновление, что поехали смотреть. А, мы дверь не можем открыть, понятно. Мы можем вообще-то открыть Ева хоба. Фокус. Да? Ха. Я все сделал, я все открыл. Да. Понятно. Так, ребят, а нам на пляж? Ага, погнали. Ну что, как вам? Вау, прикольно. Да ладно! Неужели? Ребят, это просто рай. Ой, смотрите, смотрите, что тут есть. На нем можно сидеть. Ничего себе! Ого! Серьезно? О, Ёша, спускайся! Ёша, спускайся, обходи. Я вас водичку кидаю, если вы не против. Клево, божечки. А что это у него с хвостом? Это какая-то улитка. Произошла улитка. Реально похож. Вау, слушайте, очень круто. Слушайте, он как раз для четверых. Да, это точно. Но он не двигается. Ну ничего страшного. Плюс в том, что мне нужен взрослый для того, чтобы нас посадить сюда. Мы самостоятельно. Так, ну что, я хочу на горке прокатиться, поехали. Ребят, это не просто горка, это целый дом. Целое горище. А, подождите, а я могу... А, вот, вот так зайти можно, да. Вот, а там выход. А если вниз? О, вниз. Внизу целый дом. О, что, ребята, тут очень красиво. О, да, круто. Ой, я не буду спойлерить, просто приходите и смотрите. Вау, я хочу жить такой дом. Пожалуйста, постройте мне кто-нибудь такой дом. Слушай, а где-то ведь такие отели были. Я вот не помню, честно говоря, где. А, да-да-да. Соглашусь. Типа, где ты в номере сидишь, а перед тобой там всякие морские котики, тюлени и прочие ребята плавают. Да вы только гляньте, тут есть акуленыш. Немо. Ой, все, я самый счастливый ребенок. Вот так. Клево. Так, ну что, я хочу скатиться. Но теперь надо кататься обязательно. Кстати, сегодня этот дом бесплатный. Подождите, тут есть еще одна. Что еще такое? Это бассейн. Вау! Прикольно. Очень. А вот не очень безопасно, хотел сказать я, но здесь стекло, поэтому да, безопасно. Там... Довольно. Не подловил. Агась. Как же высоко забираться. Ага, это точно, я уже устала крутиться тут. О, можно перекусить тут наверху. Ух ты, сэндвич! Нет, я не буду, у меня акула. Так, ну что, давайте, может, все сразу вместе поедем, чтобы было веселее. Давайте. Вот так. Давайте попробуем. Ну что, поехали. О, боже! Ой! Ой-ой! Немножко я поторопилась. Ой, вы там вообще все вместе! Класс! Здорово! Все, отдыхаем. Ева, так умеешь? Как? Ой. Нет, а как это ты так делаешь? А вот я умею. А вот, смотрите. Ого! Ой, я тоже, кажется, умею. Я робот. Ничего себе, а куда нажимать? Ну, Ева, как обычно там вот, в общем. Вот это что? Спасибо за объяснение. Все логично, все понятно. Прикольно. Так, ну что, да, конечно, обидно, что... О, мне не закончилось, я могу ходить. Ничего себе. А пошли так на горку. О, давай. Да, обидно, что у нас один, к сожалению, дом, но я думаю, может, когда-нибудь...
Водопад! Вы видите, это водопад! Где А? Обалдеть! Стоп, а сюда можно выйти? А, нет. Странное место, конечно, но да ладно. Так, это что у нас, получается, танцующие на горке? Ну, если получится, то да. Я боюсь, мы упадем. Может, присядем, конечно, а то сильно так неудобно будет. Ну что, поехали. Давайте. Так, интересно, недолго мы сейчас танцевали. И будем дальше танцевать? Очень сомневаюсь. А-а. Нет. Я вообще застряла на какой-то период времени. Слушайте, ну вроде больше ничего не поменяли. Или подождите. Тут был лебедь, а лебедя украли. Ребят, лебедя нету. Вместо него теперь тот классный единорог. Ну да. И есть все-таки уточка до сих пор. Ой, уточка, это вообще просто что-то шикарное. Ребята! Как? Я танцую на утке. На голову забрала. А вот, а ну-ка. Ладно. Кто так сможет? А на шарики там сможете, а? А на шарики надо попробовать. Так, ну давай вот так. А в смысле? А вот. Я не могла, ничего не могла сделать. Так, на шарик не слезается. Ой, я смог, ладно, я смог. Ой-ой-ой, я зацепилась. О, я Ульян утащил куда-то. Ой. Смотрите. Я посмотрела под воду, не видно вас. Нет, сверху видно. Смотри, мы вдвоем вот, тут Ева, летаем. Вот, Ева, видно, ты встань, главное. А, уронил Ульяну. Сбросил. Я не сбросил, я уронил, ну чего. Еще о, хуже. почти залезла. Ладно, подгони сюда, я пожалуйста. Я не могу, он уехал. Нет. Вот давай вот в эту сторону. Оп, о! Слушай, почти. О, о, осторожно. Слушайте, Ёжи, здорово. Спускайся, Ёжи, что да, ты Ёжи, там на утке? Как это ты не можешь? Не могу. Ты чего? Я застрял. Мы пытаемся устоять на мячике. О, очень удобно смотреть наверх, когда ты стоишь и не ползаешь. И, кстати, мы синхронно танцуем, можем тиктоки снимать. Короче, ребят, вырезайте, добавляйте в тикток. Да. Так, а я не могу найти Ёши. Вот, прям над головой. Ну давай, я полетел. О, слушайте, а я реально просто... А, вон, реально. Летаю, не могу слезть. Ёши, припаркуй утку на горку, давай, у тебя всё получится. Я пытаюсь. Давай, спусти её с горки. Я пытаюсь. А мы полезли наверх, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Пытаюсь. Давай, Ёши, мы в тебя верим, у ужас тебя получится, какой. Давай, давай. Да. Ну все, она уже вот припаркована почти, главное серьёзно? Теперь как-то попытаться, я даже не знаю, слезть с неё. Так, и где, я не вижу тебя. Вот. О, вот. Ничего себе. Так, ну, может, на пробел. О, опускается даже чуть-чуть. Не. Слушай, правда спускается, она так медитирует. Слушайте, утка, это просто нечто. Ёши как будто на волнах. Ёши ее приручил. Да блин, как спуститься? Как спуститься? Вау! Я не могу ничего сделать. Ничего себе финты. Я бы подпрыгнула, но я не могу. Ой, Ёши, а ты танцуешь? Ой. Да, танцевал, уже нет. Вот как только перестал танцевать, вот и пожалуйста. Я еду за уткой. Ну все, я утку притащил сюда, ребят. Здорово. Круто. Слушайте, круто. Что? Да прекращай ты. Ты по второму кругу, я смотрю, да? Все, забирайте утку, если хотите, забирайте. Давай, Ева, лезь в утку. Не получается. А попробуй танцуя влезть. Так, хорошо, танцуем. В воде нельзя танцевать, вы знаете это? Прекрасно танцуется в воде. Нет, ну мне начинает танцевать в воде не получается. Чудесно танцуется в воде, ничего не знаю. А, нет! О, единорог. Так, о, нет, я ж акулу выкину случайно. Ой, темнеет. Да, это точно. Так, а я, кажется, нет, я случайно просто... Ева, стоя заползай. Ладно, ладно. То есть, как вы понимаете, мы тут до ночи просто... Я не люблю этого единорога. Я заняла место, давай. О, Ёша опять на голову утки залез. Нет, слушайте, не получилось. Давай, я сяду с тобой. Уходи, уходи из единорога. Как я вообще туда попала? Что произошло? Мне кажется, через какое-то время можно начинать танцевать, потому что вот, да, сразу не... Что это за танец такой? Я уточка, реально. Да, да, вот с этим танцем ты должна приручить утку. Не получается, я вообще отсюда не выгнать. Не застряла, кажется, ребят. О, наша утка теперь вместе с единорогом. Так, вроде получается. Кажется, она отстревает понемножку. Да. Вы как на коньках катаете. Вы как на хоровоз. Это точно. Не, ребят, утка
больше не хочет, видимо, чтобы на ней катались. А слушайте, у нас уже скоро будут заканчиваться наши потребности. Ну, точнее, жизненько, вот. Так что я предлагаю стать взрослой и ухаживать за вами, а еще купить этот большущий дом и катать вас с горки. Он бесплатный сегодня, Ева, ты можешь кататься просто так. Да, серьезно? Ничего себе, я даже не посмотрела на это, боже мой, так тем более, все, я погнала. Так, ну что, разбираю. Ульяна, давай ко мне на руки. Оба, да? Подождите, а почему мне фиолетовое напоить Ульяну молочком? Это что такое вообще? А почему? Ого. Я не понимаю? А что, как? Я понимаю, ну, да, Ульяна там все... молочко быстрее. У меня рыженькая потребность. Нет, Ева, в дом, в дом, новый, погнали, конечно. В дом. Давайте за мной, потому что я пока что только Ульяну несу на руках. И кажется... А, вниз, нижний, подвал. Да. Ульян в подвал. Конечно. Так, молоко. Слушайте, как здорово. Вот стоишь, обычно смотришь стену, а тут рыбы плавают. Так здорово, прям ага. Вообще. Мне кажется, они будто бы невидимые, но на самом деле видимые, непонятные, короче, они какие-то. Какие-то да. По кругу плавающие. Ага. Они как будто немножко плоские. Ну, может, это из-за аквариума такое впечатление создается. Ну, есть такие рыбы, это нормально. Так, слушайте, я Ульяну молоком напоила, но у меня все еще написано, типа, продолжай поить молоком. А может, у тебя просто бутылочка фиолетовая или как? Нет, у меня написано вот все синенькое вот эти вот из названий, из действий. А вот напоить молоком это почему-то фиолетовое. Ну, я не давай знаю, короче. Давай раз попробуй. Ну, давай, сейчас я еще доделаю молочко. Ульян, будешь еще? Ну, вообще, мне не хочется, но попробуй, может быть, захочется. Нет, не будет. Ульяна не будет. Так, ну вот. Давай, ну ты поспишь тогда, так, Ёша, ага. Давай, не будешь танцевать, будешь мне спить. Все, кроме лечения. Пожалуйста. Ничего себе. Если возможно. Стоп, Лана, ты как залезла? Это Лана. Секрет. Лана тусуется. Мне кажется, нам теперь можно все, потому что мы танцуем, соответственно, можем ходить, ага. Соответственно, можем все. Мы такие все сильные. Лана, стоп. Так, тоже, давай, спи, а я пока что возьму еще молочка и... Ну, нормально, я есть хочу, переодеваться, ну ты поспи там давай. Так, подождите, а где... А, вот еда. Слушайте, я очень давно не была взрослой здесь, и я не знаю, что делать и куда идти. Вот, так, а ну... Боже мой! Как опасно, а? Капец, страшно, все, не падай. Так, кушай. Спасибо. Пить же тоже хочешь, правильно? Ну, Леша, вообще, я больше хочу покататься на горке. А, ну подождите, сейчас я вас покормлю, напою и пойдем кататься. А дальше уже... Божечки. Слушайте, у меня тут немножечко моргают вот эти вот... О, тебя даже посадить просто можно. А, ну да, это стульчик, где можно просто кушать. Моргают потребности, непотребности. Так, вроде... Так, нет, мы сначала вот это вот все сделаем, а потом пойдем кататься с горки, потому что надо кататься чистыми. Боже! О, боже! Ева, ты чё? Я немножечко... Ну-ка, мне залезла ногой, ты посмотри. Ну, прости, ну я не могу отойти, ну ладно. Думаешь, если она без джинсов, то может туда залезть, что ли? Так, вот... Да мне не надо туда. Я немножко не понимаю, что я хочу сделать. Вот так, все правильно. Слушайте, мне очень нравится, как танцует Ёша. Это просто шикарно. Спасибо. Ага. Спасибо. Я могу продолжить? Можешь вообще мне не брать на руки? Ой, слушайте, Лана что-то грустная, но у нее вроде все нормально. Так, Лана, давай, иди гуляй. Берем Ульяну, кормим. Ульян, за рыбок, за Немо, за Дори. Ой. А можно мне еще вторую порцию, пожалуйста? Да, конечно, обязательно. Так, пить ты вроде не хочешь, давай купаться. Ага. Боже, я тут на всех падаю почему-то. И залазишь на нашу территорию. Ну, уходи с нашей территории. Ну, с моей. Я не могу ничего поделать. Смотри, любуйся на красивых рыбок. Mm-hmm. Вот, на рыбов. Так, Ульян, прости, мест больше да, нету. Да ладно, погнали. Все понятно, все я поняла. Я быстрее вас сейчас допрыгаю. Давай. Танцую. Точно, танцевать. Точно. Ну, Ева тоже гоняет довольно быстро. Так, да. Ага. Да, кстати. Так, а давайте... О, я могу вас выкинуть. Боже, боже, с нами вместе просто поехать. Какой кошмар, я так испугалась, простите. Ужас, просто... Ой.
Удобно, спасибо. Как раз на мне проехались просто, здорово. Да, на мне тоже не надо тут думать. Я думаю, Ульяне было удобнее всех. Вот да. Не знаю. У меня сейчас при приземлении так шея выгнулась, что мне кажется, что я сломала. А мной Ева прям жонглировала в процессе. Да-да-да. Ну что, давайте, может, еще раз. Так, давайте, может, Ульяну возьму на ручки. Лана, ты сама не хочешь? Или Ильёша? Давай-давай. Только будь осторожна, это очень травмоопасно. Я по себе знаю, вот сейчас, вот только что. Давай. Не в жизни, ребят, вот здесь, сейчас. Так, Лана, выгружайся. Ульяна, загружайся. Погнали. А мне удобно, вот смотрите сейчас, как. Ой, как хорошо, ой, чудесно. Ой, а я вас обогнала. А что ты так быстро уехала, Лана? Да. Вообще. Кстати, вообще должно быть наоборот. Кто тяжелее, тот быстрее едет. Вот да, это точно. Так, ну что, ну давайте опробуем все варианты. Давайте. Так, Ульяна, отлично. Лана. А можно меня в сумку? А, ну давай, без проблем. А можно в коляске? Ого, так, ну сейчас подожди. А зачем ты Ульяну-то сняла с плеча? Я не поняла. Ты захотела... Так, ты захотела в сумку? Нет, сумка это другое, Ева, но это так, ты стоп. Одного. Давайте. О, отлично. Так, сначала так похоже на автомобиль, да. Я думаю, так будет еще удобнее, потому что я тебя не буду возюкать по горке. Ага, либо будешь на мне ехать. А давай проверим. Ёж, давай, ты первый. Хорошо. Так, ну я говорила, на мне поедете. На Ульяне, на Ульяне. Ну, скорее всего, попеременно. А сейчас вообще стоя, будто бы. Просто вообще. Так, ну что, ну так, где у нас, вот, коляска. Это будет круто, это самый крутой способ. Ёж, иди смотри. Ёж, кажется, накатался уже. Ёж, утром кормит акулой. Да я присел сюда. Ну, выпустите, пожалуйста. Слушайте, а я же сейчас поняла, что это идеальное место для обзора, как смотреть на утку летающую. Ну, так, кстати, ой, да. Ой, хорошо, прям вообще. Ага. Довольно удобно. Так, ну что, погнали. Я прям представляю, о боже, это просто заголовок в газете. Безумная мать пошла кататься в аквапарке с коляской. Ну слушайте, мне понравилось. Вроде здорово. Ладно, ты что-то немножко не помещаешься, конечно, в коляску. Это я опухла от катаний таких. Все, до свидания. Точно, точно. Ёж, хочешь покататься? Давай вот там. А можно мне, а можно, если давайте? Давай, я тебя в коляску или куда? В коляску, пожалуйста. Давай, поехали. Без проблем, всех покатаю. Боже, ребята, я решила пройти посмотреть, что там у нас происходит. А я запрещаю. А Ульяна запрещает. А, все понятно. Тут мы просто можем покупаться чуть-чуть. Это типа, если до подвала не успеваешь, то... Ой, ой, что-то боком. Так, а ну... А почему мы не будем... Ага, все. Так, стоп, я села на коляску. Вы это видите? Какой кошмар. Новое средство передвижения. Мы застряли. Мне кажется, мы застряли. Ева, ты реально как-то залезла на нее. Это что вообще? Что? Какой кошмар, боже мой. Так, давайте я еще Ульяну покатаю. Ёша, так, стоп. Ага. Давай я тебя возьму вот так тут на ручке сверху. Так, и Ульяна... Ой-ой-ой-ой. Вот так. Поехали. Ладно, там утку просто выгоняю. Я пытаюсь с ней. Ты хочешь на ней покататься с горки? Ну, вообще, да, но это сложновато. Она какая-то супер шустрая. Ну, да, кстати, есть такое. Но я, честно говоря, быстрее с нее падала, чем на ней каталась. Так, ну что, мне прям интересно. Слушайте, правда, на коляску залезла? Боже мой, какой кошмар. Так, я вас встречаю. О, неплохо, неплохо. Мы прокатились немножко на Ёж, немножко на Ульяне. Да, так, да, ничего. О, смотрите, что мы делились. Просто шикарно. Слушайте, ребят, ну мне очень понравилось обновление. Вот всегда бы были такие замечательные просто дома. И она... Нет, ты смотри, аккуратнее там, не утони. Тут классно. Блин, а... Так, ну а пока Лана тут танцует, а мы сидим, отдыхаем, просто чилим на единороге, я хочу вам сказать большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока! 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 Пока!